Такое право дано пенсионерам, чей доход не превышает 15 400 рублей, а также инвалидам, труженикам тыла, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам труда и пожилым людям старше 80 лет. В городе проживают около 17 тысяч льготников. Билеты им начали продавать на прошлой неделе. А сегодня в Сочи приступили к выдаче талонов на льготный проезд в автомобильном и железнодорожном транспорте пригородного сообщения. Порядок выдачи – это 6 талонов на месяц. У льготника есть право получить талоны до конца года. Итого, на сегодня обращается льготник, и он приобретает у нас 66 талонов на пригородное сообщение и 66 на ЖД-транспорт, электротранспорт. Те, кому они положены, полагаются эти талоны трем категориям ЖД-транспорт. Это ветераны труда, труженики тыла и репрессированные. Желающих получить талоны в первый же день оказалось немало, поэтому в управлениях социальной защиты было достаточно многолюдно. Чтобы не создавать толчею, открыли дополнительные кабинеты по работе с клиентами. Вместе с тем соцработники просят не создавать ажиотаж, ведь талоны можно получить каждый будний день с 9 до 18 часов в районных отделениях соцзащиты. При себе необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий право на получение льготы. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.